Раз. Так, ну что, я всех приветствую. Продолжается Atomic Heart. Надеюсь, меня сохранило там. Фух, так, с утреца прямо. Прямо с утреца, да, остановился я на том, что даже при легком уровне сложности они капец как атакуют. Серьезно. Обеденный перерыв для сотрудников с низким социальным рейтингом. Просьба штатному персоналу не покидать свои рабочие места. Так, ну поехали, поехали. Попробуем сейчас робота. Так, у меня патроны так есть. Где-то справа тут ромашка какая-то была. О, это что? Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Кого? Я думал, что настоящий профессионал действует значительно так, тоньше. Что ты там трындел? Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое бывало. Так а зачем обходить? Мы убили ромашку. Так, хорошо, ладно. Ну, наполовину, мне кажется, это какой-то хоррор, честно говоря. Вот я иду, как будто, я не знаю, фер какой-то, блин. Оп. А, блядь, сука, я так и знал, что это хоррор, блядь. Сука, дай топор мне. Так, а куда он пропал? Так, он там закрылся. Окей, ладно. А чё он закрылся там? Так, ладно, закрылся. Бляха, вот этот улучшенный, это капец. Это кап... Так, это... Ну это реально хоррор какой-то, блин. Так. Давай полутаемся. Вот. Когда они спиной ко мне стоят, самый такой нормальный момент, чтобы их... Ах ты, сучара, блядь! Говно! Блядь! Ну, короче, с дробаша херня вообще. Я не знаю, как я их убивать буду. Чё-то они опять жесткие. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Блин, этого черного, у него ХП. Херец сколько. Напоминаю,
Перед завершением рабочей смены сохраните данные эксперимента и очистите рабочий процесс. Товарищ майор! Вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Может, просто убежать от него? Так, куда мне надо бежать? Первый знает, куда мне бежать надо. Так, может сюда? Ну-ка, бляха, он тоже за мной. Говно такое. Не, отсюда я, по-моему, пришел. Так, мне надо как-то энергию лифту подать. Так, все, он отстал. Бляха. Так, на синий, что ли, надо идти? Так. Напоминаем, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826 надлежит заполнить форму ЭДДКД1 и форму ЭДКФА2. Так, ах ты сучара, блядь. Надо ромашку вот эту вот. Да сука, блядь. Так, ладно, я побежал. Эй, грязь. О, раз. Не вовремя. Так, ну белые вообще легко уничтожаются. Вот черный капец. О чем мы? Раз. Угу. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Thank you.
Как этому Петрову? Бляха, кретин. Черный вообще неубиваемый. Сколько ему надо всадить, блин? Для сотрудников с низким социальным рейтингом. Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такой было. Так, все, аптечек нету, надо валить. Блять, еще белый вышел. Раз. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Ты же сказал, что всех нейтрализовали. И кто еще тут с ним? Такой информации не имеется. Это лишь предположение. Ладно, разберемся. Так, сюда я войти не могу. Черного бы убить еще для безопасности. Хотя можно просто сохраниться где-нибудь. Черный куда-то пропал. Какой-то спидранер прошел эту игру за 6 часов 40 минут. Я просто не представляю, как это сделать. Результаты. Он просто, наверное, мимо пробегал все время. Официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Ай, блядь, сука. Ладно, давай повоюем, блядь. Говно такое, а.
Так, это столы с лутом. А вот это что за дверь там? А, это тоже лут. Так, ну эта херня никак не открывается. Блин, добить бы этого черного. О, аптечек-то у меня до хера теперь. Можно повоевать. Товарищ, строго соблюдайте рабочее расписание. Минута задержки на обеденном перерыве. Это минута, украденная у народа. Бля, сколько ему надо-то? Он неубиваемый, блядь, нихуя себе. Охереть просто. Товарищ, наконец-то. Так, теперь надо понять, что здесь надо сделать. Понедельник начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных. Так, подать энергию лифту. Вот это что такое? Вот это лифт или что это? Дверь какая-то куда-то. Так, здесь есть что полутать еще? Какие-то детали из металла.
Так, вот это что у нас? Осужденным под номерами 704-557А, 907-44К и 075-332Н. Ваши дела пересмотрены. Установленная мера пресечения изменена. Просьба передать оборудование управляющему и проследовать в отдел социального контроля. Так, лифт это вот это, точно. Так, и у него я войти не могу. Твою мать. Сколько времени и сил потом уйдет на ремонт всего этого? Согласен. Печальное зрелище. Но в любом случае, роботы восстановят поврежденные помещения очень быстро. Да что-то я сильно сомневаюсь, что с ними потом здесь захотят иметь дело. Так, ну туда прыгать явно не надо. Так, а это что за место? Так, вот здесь, походу, я не был. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Так, отлично. Теперь я хотя бы знаю, куда идти. Так, а здесь я как раз таки и был. То есть где-то здесь ключ должен быть. Так, это чё? Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение, как раз. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Так, подайте энергию лифту. Сейчас, наверное, здесь я и подам как раз-таки. Энергию эту. Если вы получили направление на анализы, пожалуйста, обратитесь в центр. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет.
Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я тут... Это что такое? Касательно дешифратора. Поздравляю с назначением. Приношу свои извинения. Тут записочки какие-то. Стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Так, ладно. Сейчас попробуем понять, что это тут такое. Какая-то загадка, что-то надо сделать. Так, ага, все должны зелеными, наверное, гореть. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Чё-то нихера непонятно. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Как это у меня получилось? Пощелкал что-то. Рандомно. Так, две точки. Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правой. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Так, я в правый пошел. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь... Так, сейчас я подойду.
Так, надо еще графику посмотреть, что-то FPS какой-то там. Что-то какая-то, какой-то FPS вообще. А, тут все на высоких стоит. Давай все на низкое нахер. Я-то думаю, что такое, блин. Давай все на низкое, нахер это все высокое. Давай. Не лезь под руку. Во, более четко стало. Но все равно что-то с FPS непонятное. Так. Качество. Выключено, выключено. Так, все, окей, едем. Бля, все равно что-то как-то подлагивает. Напоминаем, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826 надлежит заполнить форму ИДД-КД-1. Сохранение данных. Так, ну-ка, дробаш прокачать я смогу? Я вообще не могу попасть сюда. Походу. Так, куда мне вообще надо? Мне куда-то вообще наверх надо. Что-то не могу понять, куда мне надо-то. Куда-куда-то. Зачем я по лифту тогда спускался? Что-то я нихера не понял. Какой-то лабиринт, блин. Освобождается от принудительных работ в комплексе. Бля, ну как мне туда залезть-то? Может, мне по лифту надо?
Что-то написано. Смерть не в теле. Найди смерть. Так, ага, да, мне сюда. Только вот как мне... А, мне надо все-таки в левый лифт, потому что здесь я... Так, ну-ка, спускайся назад. Ну вот в этот лифт надо. Так, отлично, отлично. Куда-то я пришел. Напоминаю, результаты лабораторных экспериментов... По-моему, я здесь был в самом начале. ...либо интеллектуальной собственностью партии и присвоению не подлежат. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Нажмите V, используйте шок на магнитах. На каких магнитах? А, над дверью? А чё, я больше не могу его использовать? Так, ладно, я подожду. Сейчас он откатится, походу. О! Не, что-то FPS вообще куда-то просрался, блин. Что такое-то? Так, надо перезагрузить. Так, может, сейчас будет нормально. Ну да, вот сейчас нормально. А что до этого было непонятно вообще? Номер 43267А. Немедленно явиться на внеочередной... Так, значит, мне надо на лифт. На лифт вот сюда.
Вот сюда. Так, и... Нет, не сюда. Бляха. На тот лифт. Так, вот сюда. Напоминаю, дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Блять, и снова эти роботы, сука. Как я с ними буду воевать-то? Продолжайте поиски Виктора. Ёбаный карась. Ладно. Так, иди сюда. Какого хера ты отступаешь-то, а? Так, все. Социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельством при рассмотрении вашего дела. Говно ты такое, а? Так, огонь. Это, безусловно, не заботит сложные алгоритмы и структура сети. Для этих нужд... Так, это огонь пускай будет. О, шары какие-то. Это что? Комплекс Вавилов — одно из крупнейших подразделений предприятия 3826. На территории... Так, какие-то другого шары. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски... Циркулярка какая-то, блин. Как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Так, ладно, я пошел. Так, сохраниться тут нельзя нигде. Я само сохранился. Ну-ка, вот тут что? Не, со старта за 7 часов никак игру не пройти, потому что ты не знаешь, как проходить, поэтому, ну... Понятное дело, первое прохождение часов на 20, 100%. И потом спидранить, если тогда да. Так, ладно. Что-то оно тут, блядь, ездит, сука. А, так, вот это не ездит, значит, мне сюда. Так. Нахер. Езжаю обратно. Так, и мне надо вот сюда вот. Блин, да чё ж такое-то, блин? Неужели так плохо оптимизировано? Подлагивает прям часто. Так, идем дальше. Идем, идем. Через полимер можно проплыть, не впервые.
Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, с дельфинами плывешь. Умиротворяй. Так, этот что, не шевелится больше? Ай, блядь, сука. Стояла. Так, все, ладно, я пошел. Оп, нихера себе, это как? Какая-то слизь по бокам. Ой, налипло что-то. Канализационная какая-то, ну, труба. Так, куда ты приплыл? Для возобновления работы линии. Да, ты кто? Ты как кто? Я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да неужели? Так. Вот перезапустить надо. Вот это что такое? Ну-ка, давай вот попробуем. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Схема. А, короче, бесполезно, да? Схему. Это... что такое было? Так, а почему? Так, прыгать могу, а приседать? Смотри. А, приседать на... Как же так? Не поеду без схемы. Застыть. Без схемы? Нет, не поеду. Болтливый труп. Так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все тут? Не поеду. Без схемы не поеду. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Уже через 10... Чего? Я с мертвецом разговариваю? Товарищ. Охереть просто. Ну-ка давай. Новая эра градостроения, в которую вступает... Охренеть. Где эта схема-то? Схема? Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал. Не поспел за мной. Помер. Да тут все, блин, померли. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. Такое все с мертвецом разговаривает-то. Так, он с собой носит схему все время. Смотрите, найди. Смотрите, найди схему нужно. Воздушный город с живыми. Схема точно усмотрит? Он что, носит ее с собой постоянно? Город не зависит ни от погоды, носит схему. И ни от рельефа места. Все время. Сегодня смотрите, вы парите над морским побережьем. Схема нужна. Наслаждайтесь пейзажами. Иду искать. Так, короче, нужно найти смотрителя какого-то. Надо сказать спасибо. Твою мать, говорящие трупы. Что вы сказали, товарищ майор? Да, я всю жутко. Войну прошел. Да и после повоевать приходилось. Много чего видел. Но говорящие трупы — это, блядь, интересный опыт. Как такое стало возможно? Это результат остаточной активности нейрополимерной памяти. Все погибшие прошли полимеризацию. Их головной мозг еще не начал разлагаться и сохраняет контакт с введенным нейрополимером. Так, ладно. Надо сейв сделать. Так, надеюсь, это... она спит. Так, мне надо дробаш прокачать. Так, если это возможно, как это можно сделать-то? Уже имеется. А, вот улучшение. Так, что я могу улучшить? Я могу улучшить... Дамаг надо улучшить как-то. Урон. А урон и так хороший. Так, ладно. Долго разбираться. Через 10. Пошел. Так, наверх или вниз? Так, наверху что у нас? Что-то красненькое какое-то. Так, ну наверху тупик, походу.
вниз я не хочу. Попробую сейчас. Может, тут можно пройти? Ну, никак. Ну-ка, если вот так. Так, наверное, вниз надо прыгать. Попробуем. Что, не надо было, что ли? Так, а как это обойти можно тогда? Товарищ, строго соблюдайте. Смотрите. Как же так? На обеденном перерыве. Эта минута украденная у народа. Найди схему. Не понял. Что-то такое темно, темно, потом хоп, зашел. Так, сюда никак. Вниз тоже падать нельзя. Стоп, я отсюда пришел, походу. Выведите икар. Схема. И откуда я пришел? А, я вот отсюда приплыл. Это могучая платформа с легкостью удерживает на себе научно-конструкторский комплекс человек. Часть предприятия 38-26. Смотрите. Как же так? Ну, уже через 7-8. Так, попробуем тогда сюда пойти. Схема. Найди схему. Жут здесь. А, не, я отсюда же пришел. Или нет? Стоп, нет, я приплыл сюда. Смотрите. Беги. Это другой туннель. Или это тот же туннель, что я не помню. Вот он. Кто? А. Где схема? Примеры надо проверять тщательнее. Не каждый фотон. Я схему потерял. Слышишь? Она где-то тут. Надо найти. Кого? Схему потерял? Да как ты мог? Василий, сам взять. Давай из меня. Я схему жаль. Ты где же ты? Темно-то как огонь. Ну, конечно, темно. Блин, мертвый. Крас. То есть это не погонится, а нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память постепенно хранит постепенно. О чем думать, я зачем предсмертие? Сохраняет все крайние небольшие угодные функции. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? Сложность назвать временной интервал я не смогу. А то мне нет этого вообще. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль. Короче, тут ничего нету, да? Останься с нами. Хоть что-нибудь. Так, а сюда я никак не пройду. Как же так? Останься с нами.
Или стоп, может на бумажке то, что нарисовано, это есть? Наверное, вот это и есть схема. Нам не хватит, а мы только разорвемся и бежать в Айсинса еще. Я ж смотрел, что каждый уголок снашать взрывался бы, иначе домой никто не пойдет. Так, ладно, пошел, попробую. Схему. Так, получается. Как-то так, так, так и так, да? Смотрите, как же так? Угу. Так, отлично. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Сейчас что-нибудь придет. Фуникулярная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Удалось. Извини, на сегодня я зайцем. Придаем скорость. Так. Тут, короче, нажал. Так, теперь. Движение. Теперь сохранюсь. Придаем скорость. Так, и теперь надо сюда, наверное, куда-то. А, да. Мы готовы к поездке. 10, 9, 8, 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехали без приключений. Так, ну практически без приключений. Черт, я так и знал, что спок. Ебать. Ай, ебаный рот. Без вас. Осторожно, обрыв впереди. Вижу. Блять, дебила, блин. Конец мне. Так, надо валить просто. Надо просто валить. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская поча? Да, надо от них избавиться. Так, минус один. Так, все, готово. В чем мы? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тетверг, протирающий штаны за клавиатуры. У меня хватает раз. Готов. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Так, и что теперь? По трубе, что ли? О, внимание. Точно. Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельствам. Так, и что мне это дало? Охереть просто. Так, ну здесь я не залезу, это 100%.
куда мне вообще надо двигаться-то? Может, не сюда? Не? Сюда я точно не залезу. Так, надо по трубе пробовать. А, вот так вот. Так, и вот теперь, может быть, допрыгну. Ну-ка. Оп. Скорее всего, вот по этой херне. Че это, блядь, такое-то, ё... Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Куда прыгать-то? Куда, что ли? Да, да. Повторяю, если вы получили направление на... Ебать, это что за хуйня? Раз. Это ведь был Бура. Горнопроходческий робот. Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Так, ладно, надеюсь, он больше не появится. Сука. Так, а это вот куда ведет туннель? Куда-то ведет. Ебать, ну и... Сука, чертила этот. С ним воевать я вообще не хочу, с лоу хп, блять, иди нахер. Че, это говно заметило меня? Блять, это говно меня заметило, пиздец. Что ты говорил, дорогой товарищ, такая ирония. Я же за ними ухаживал. Восхищался. Могучие, продуманные. И вдруг такая ирония. Вы о чем? Буравы. Лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Так, почему их запрещено экспортировать? Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно построить за месяц. Любой тоннель. Да что метро? Их и на Луну готовили. Для терраформинга. Ну и, конечно, секретность. У Бурава обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука? Напоминаю, результаты лабораторных экспериментов являются... Вы обслуживали Буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Эх, что уж там про фуникулерную сеть говорить. Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они,
Буравы. Горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. Так, ладно, поговорили с этим. Это что такое? Сука. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Ну лучше уж туда, чем на фуникулёре прокатиться. Чем к чертям. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз. Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Так, и что мне тут? Я упаду и конец мне. Так, надо понять, куда убежать. Так, ладно, пошел. Ах ты, блядь! Оп. О, моя остановка. Ой. Комфортная была поездочка. Так, нормально. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Так. Сохранение данных. Так, а это что за комната? А это я обошел, да? Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Что-то улучшить надо. Какой-то шкаф и что-то надо поставить. Патроны для ПМ. Вот этот шкаф. Милый, ты вернулся. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Ага, давно не виделись, блин. Мне нужно пройти через лазерную стену. Желательно живым. Какая дурацкая идея, милый. Это так рискованно. Останься лучше со мной. Я сделаю тебе все, что захочешь. Так, что надо сделать? Дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал! Я вся дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей... Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступаю к модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро втащу. Хватит! Да, да, накажи меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то. Все, да? Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Твою мать, больно.
И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убил — это лучше, чем убило полностью. Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него, оторву, блин. Что-нибудь лишнее. Так, надо аптечек поискать. Что, ледышка какая-то? Что-то сейчас будет. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывают в Челомей. Виктор, спасайся! В Челомей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! Внимание, а ну стоять! Так, и что мне делать? Куда FPS-то снова пропал? Да охереть! Подходи, подходи! Скорее всего, здесь бежать надо от них. Так, это что такое? Просьба штатному персоналу не покидать свои рабочие места. Так, найдите способ пройти через дверь. А что, они не нападают больше? Прям как своими собственными. И двери за собой как-то заперли. Сволочь. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить. Так, надо дробаш достать. Иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Так, короче, надо найти какую-то свечу. Ёпал. ХПшки нету, блядь, ничего нету. Как с ними воевать? Аптечек нету, что ли? Желе какое-то. Так, надо подкрасться к нему. Ладно, понял. Так, и походу еще третий тут ошивается где-то. Так, нормально. Ой, четвертый еще вылез. Да я что, терминатор, что ли? Так,
Так, все, патроны у меня кончились. Напоминаю, всему персоналу комплекса надлежит воздерживаться от обсуждения работы с семьей и товарищами, не состоящими на службе в комплексе. Так, ну что, надеюсь, больше нападать они не будут. Так, здесь тоже отсутствует все. Так, через эту хрень я тут не пройду. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Так, это что за кнопка? А, это я сам себе закрыл. Так, окей, здесь можно полутаться. Вроде все собрал. Можно закрыться, кстати, здесь. Оп, и все. И никто ко мне не попадет. Так, ладно, окей. Сюда могу зайти? А, тут замок стоит. Так, ладно, это я все посмотрел. Так не открывается, не? Так, ладно, мне вот туда, значит. Что это за льдышка тут такая? Ну-ка, могу разбить, не? Разбить я это не могу. Окей. Так, генетика написана для здоровых урожаев помидорки. Так, через лазеры я вроде проходил. А, я отсюда пришел. Стоп. Стоп, тогда я нихера не понял. Или это похожая комната? Я не, отсюда я пришел 100%. Я открыть не могу нихера. Так, что-то какой-то снова тупик. Нужно найти какую-то свечу, чтобы вставить. Так, это я что сделал сейчас? Так, ну она... Оп. Ох ты, не, этого я не хотел. Иди нахер. Иди нахер, говорю. Нахер я это сделал? Ай, ай-яй-яй. Иди нахер. Так, все. Или может быть я все правильно сделал? Надо ее стукнуть, короче. Иди нахер. Так, и последняя херь.
Нет, не последняя, еще одна. Так, все. Вот теперь последняя. Так, эта дверь ни хера не открывается. Здесь тоже прохода нет. Так, во, кнопка. И главный зал коллектора-распределителя украшает символ комплекса Вавилов «Береза ПК-4». Общий труд ученых комплекса Вавилов. Благодаря полимерным технологиям и обследованию исследовательских направлений, это дерево может не только выживать в разных температурах, а обеззараживать окружающую среду. Так, что-то туда показывает. Но свечу-то я так и не нашел. Ну-ка, может быть, я что-нибудь увижу? Что-то я там, походу, не долутал еще. Трупом же еще не поговорил, точно. Ну-ка. Они ползут в стенах, ты слышишь? Скребутся. Я боюсь. Я очень их боюсь. Да тебе уже нечего бояться. Ты погиб. Именно. Я видел, еще живым видел, как мертвые встают. Не хочу так же. Боюсь их. Кого их-то? Роботов? Нет. Роботы убивают просто и быстро, но эти... Остаточно полимерная память иссякла, товарищ майор. Ясно. Убивают тут не только роботы. Что это может быть? Не знаю. Но совру, если скажу, что мы этого не узнаем. Понимаю. Так, а что там еще? Ползут в стенах, ты слышишь? Скребутся. Я боюсь. Я очень их боюсь. Так, мне нужно идти дальше. Мне все. Нужно идти дальше. Будьте осмотрительны. Они терзают даже мертвых. Я видел, видел. Да, конечно, жестко так. Все эти мертвецы прям, блин, жутко. Так, с этим мертвецом я поговорил. Уважаемые сотрудники, прослушайте этот щебетарь и оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений, даже безобидных. Цветы из лаборатории могут обладать заложенными генетическими свойствами, которые сильно испортят комфорт вашей жизни. Все, что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Нам следует заполнить форму ИДДКД1. Форму. Так, ну где мне эту свечу искать? Ее нигде нету. Так, это что такое? А, во. Надо по вот этой дать, наверное.
Так. А ну пошла отсюда. Так, и вот сюда дать. Возьму. Что там упало? Так, ну может теперь откроется? Не? Не, нифига. Так, ну тогда я не знаю даже, что мне надо делать тут. Для прохождения внеплановой диспансеризации. Я вроде все посмотрел уже. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Не, ну вообще не ясно, где эту капсулу брать. Так, это я уже прослушал. Может, обратно идти надо? Пестицидный цех. Понятия не имею. Внимание! Напоминаю, что несанкционированное хранение и распространение данных по результатам эксперимента не шевелись. Преследуется партией и грозит высшей мерой наказания. Может быть, надо все-таки разбить эту херь? Ну-ка. Не, она не разбивается. Назад пойти. Только зачем мне это надо? Ах, бляха. Не знаю, сохраниться, например, я могу же здесь где-то. Сейчас сохранюсь где-нибудь. Там вот хорошо, слушай, вообще.
Так, сохранится, сохранился. На всякий случай. Так, тут ничего я не вижу. Так, что-то не собрал еще. Так, ладно. Прошел. Так, это что я? Так, это карта, кстати, здесь карта есть какая-то, что написано. А карты еще у меня нету, по факту-то. Инвентарь есть. Что все мигать-то стало, я упал. Желе, деталь из металла. Этот головой шевелит. Так, ладно, я сохранился, искать подсказку будут тогда попозже. На следующем стриме надо подглянуть где-нибудь, посмотреть, что тут надо было сделать. Вот. Запись будет на Ютубе. Поэтому, если ты здесь впервые, подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй. Увидимся в новых видео.